Дамы и господа, мы начинаем наш концерт. Спасибо вам всем, что почтили нас своим присутствием. Отдельное спасибо библиотеке русской книги Кармелы Шамрона за предоставленную возможность провести наш концерт здесь. Наш концерт – это первый концерт, который проводится без Софьи Григорьевны Равинской. Софья Григорьевна всегда старалась проводить полугодичные концерты в конце каждого полугодия, всегда заботилась о том, чтобы ученики учили новые произведения к этим концертам. И грустно, конечно, что ее с нами нет. Но, как говорится, пока память о человеке жива, и он жив. И поэтому мы, в общем, как бы, проводя этот концерт, как это принято у евреев, смешиваем грустные и веселые ноты. Грустные о том, что человека с нами нет, а веселые о том, что жизнь продолжается, и ученики Софьи Григорьевны живут, совершенствуются, учат новые произведения, продолжают выступать, хотя ни для кого из них, по крайней мере, в обозримом будущем, это не будет специальностью. Перед тем, как мы начнем, у меня к вам две просьбы. Просьба номер один – выключить мобильные телефоны всем тем, кто еще этого не сделал. Просьба номер два – это не фотографировать в течение концерта. Весь концерт записывается на видео. С Божьей помощью запись будет доступна. А фотографирование во время концерта очень мешает выступающим, которые, как мы знаем, не являются профессионалами. Итак, мы начинаем. Дина. Дамы и господа, с вашего позволения я скажу несколько слов перед началом концерта. Как вы, наверное, знаете, мы с Яшей много лет ходили заниматься у Софьи Григорьевны. Софья Григорьевна всегда угощала нас вкусными вещами и играла с нами в прятки. А сами занятия часто начинались с того, что мы слушали музыку. Одно из произведений, которое мы слушали у нее, была известная опера Моцарта «Свадьба Фигаро». Поэтому этот концерт начнет Яша, который исполнит нам арию Фигаро из этой оперы. Ария Фигаро из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро». Non chiamerai par favore amoroso, notte giorno del sono giurando, delle belle tonne riparo, ma ci sembra un cenno d'amore. Delle belle tonne riparo, ma ci sembra un cenno d'amore. Non ti avrai queste bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfarone amoroso, notte giorno d'intorno girando,
Delle belle trovate il riposo, ma la cistetta non ci non può. Delle belle trovate il riposo, ma la cistetta non ci non può. Tra guerrieri papabaco, gran mutacchi stretto stacco, sciopio in spalla, siable al fianco, collo dritto, moda franco, un gran casco, o gran turbante, molto no, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una magia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le pare tutte tuoni, allora si fa il fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle trovate il riposo, ma ci sei tua vicino d'amore. Narcisetto adocino d'amor, che rubino la vittoria alla gloria militar, che rubino la vittoria alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Следующим номером нашей программы выступление Ашера Слуцкина. Ашер, правда, не учился непосредственно у Софьи Григорьевны, но он непосредственно связан с теми, кто у нее учился, и поэтому он принимает участие в нашем концерте. Ашер Слуцкин. Ашер исполняет произведение композитора Вандала «Водопад». Thank you.
Спасибо Ашеру, спасибо Миле, преподавателю фортепиано. Следующим номером дуэт Ашер Слуцкий и Дина Сокол, Йосеф Хайден, Рондо. Сейчас следующим номером нашей программы трио к Дине и Якову присоединяется Илья Каплун, их учитель по скрипке. В программе два фрагмента из произведения Вивальди «Времена года». Первый фрагмент, концерт номер один –
Весна. Часть первая. Илья Каплун, Дина Сокол, Яков Сокол. Прошу. Thank you.
Спасибо, Илья, спасибо, я Людмила. Программы выступления Мейера Слуцкина. Как вы знаете, Софья Григорьевна была виолончелисткой. И Мейер учил виолончель именно у нее, непосредственно. Сейчас Мейер, прошу, исполнит нам произведение Петра Ильича Чайковского «Ноктюрн». Мейер Слуцкин. Thank you.
Спасибо большое, Мейер. Следующим номером нашей программы Иоганн Себастьян Бах. Концерт для двух скрипок ре минор. Дина Сокол, Яков Сокол, партия фортепиано Мила Резницкая. Милости просим. Thank you.
Thank you.
Спасибо Лене Яковлеву, спасибо Миле, еще раз спасибо Илье. Нас почтили своим посещением ближайшие члены семьи Софьи Григорьевны, ее сын Леонид, его супруга Юля. И сейчас Юля, солистка, концерт оркестра Израильской филармонии вместе со своим партнером Марселем Бергманом на виолончели исполнит несколько произведений, которые Софья Григорьевна особенно любила. Юлия Равинская, арфа. Пока что одна. Прежде всего хотел сказать, насколько мы были тронуты тем, что вы устроили это потрясающее мероприятие, как это было важно для Софьи Григорьевны. Она всегда о всех своих детях, учениках рассказывала с таким восторгом, и мы прекрасно вас всех знали, даже заочно не встречаясь, и слышали то, что Лика Яша поет, и как Леночка играет. Так. Для всего было прекрасно. И для нее были очень важны эти концерты, и поэтому мы решили, что мы тоже, если можем, то мы приедем и что-нибудь сыграем. Я сыграю сейчас прелюдию Баха, которую Софья Григорьевна до последних дней своей жизни играла. Она уже не могла играть на виолончели, но она играла как на фортепиано. И это то, что ее всегда поддерживало, это любовь к ней. Бергман исполнит произведение Эрнеста Блоха из «Лебедь». Сен-Санс, «Лебедь».
Эрнест Лох, молитва из серии «Еврейская жизнь».
Спасибо Юлии Равинской и Марселю Бергману. Наш концерт подходит к концу. И чтобы завершить его подобающим образом, мы решили выбрать песню, которая, по нашему мнению, выражает, по крайней мере, наши чувства по отношению к Софье Григорьевне. В вашей программке есть текст песни Франка Синатры «My Way», «Мой путь». Яков Сокол. Yeah.
подошел к концу. Всем спасибо. Спасибо Якову, спасибо Дине, спасибо Илье, спасибо Миле, спасибо Исраилю, который... Конечно, огромное спасибо Леониду. Огромное спасибо всем, кто организовал этот концерт, и всем, кто пришел сюда, и всем, кто здесь участвовал.